на дискорд. Браво, оркестр! Да, я тоже скажу быстренько. Следующая песня называется «Все мои молитвы». Ее я исполняю безостановочно уже больше года, потому что сегодня это особенно важная песня, и мой долг — поддерживать людей, верить только в самое хорошее. И мне выпала большая честь исполнить эту композицию на День Победы на наших новых землях, в Луганске, с государственным Кремлевским оркестром Управления делами президента России. Поверьте, я никогда в жизни я не забуду этих глаз, этих женщин, наших героев, их реакцию. Значит, все не зря. И знаете, совсем недавно я принимала участие на большой сцене Кремлевского государственного дворца, снимала, естественно, Первый канал, и я пела тоже эту песню. Я тоже не забуду реакцию наших героев, потому что это было в честь Дня Героя России. Конечно же, песню вырезали из эфира, но из сердец, я надеюсь, ее вырезать невозможно. Музыка и слова Аллы Зохиной. Все мои молитвы.
молитвы только о Тебе. Все мои молитвы, все мои молитвы, все мои молитвы.